Всем привет, дорогие друзья! В России к заказу стал доступен флагманский минивэн Zeekr 009. Первую партию минивэнов готовы доставить клиентам уже в марте. Комплектаций будет две, и обе на полном приводе. На передней и задней осях установлены одинаковые электромоторы, суммарная отдача которых 544 лошадиные силы и 686 ньютон-метров момента. Постоянно работает только задний двигатель, а в редуктор переднего мотора встроена муфта, которая может отсоединять его от колес. Базовый минивэн оснащен тяговой батареей емкостью 116 кВт-часа. Паспортный пробег на одной зарядке 702 км по циклу CLTC. Автомобиль, снаряженный массой 2830 кг, может разогнаться до 190 км в час. Время разгона до сотни 4,5 секунды. Также к заказу уже доступна версия со 140-киловаттным аккумулятором и дальностью хода 822 километра. Ознакомиться с вариантами и сделать заказ как на эту, так и на другие модели вы можете как в нашем телеграм-канале, так и на нашем официальном сайте provat.ru. Все ссылки будут в описании. На китайском рынке бизнес-венов «девятка» конкурирует не только с местным бестселлером Buick GL8, который предлагается лишь с бензиновым мотором, сколько с электрическими однообъемниками Voyage Dreamer и Denza D9. В этой компании Zeekr самый авангардный. Массивный нос с необычной светотехникой стал развитием дизайнерских идей родственного бренда Link & Co. При этом Zeekr 009 получился очень обтекаемым. Коэффициент сопротивления равен 0,27. Это минимальный для минивэнов. В передней части салона минимум кнопок, виртуальные приборы, проекционный экран и большой дисплей медиасистемы. Куда любопытней задний отсек. Zeekr представлен в шестиместной версии, у которой раздельные кресла установлены не только на втором, но и на третьем ряду. Галерка, конечно, оборудована скромнее среднего ряда, но разработчики уверяют, что даже взрослые седоки здесь разместятся с комфортом. В обшивку широченных задних дверей встроены отдельные сенсорные экраны, на которые выведено управление климат-контролем, стеклами и шторками. На потолке установлен откидной телевизор диагональю 15,5 дюйма. Есть большая стеклянная секция крыши. Имеются раскладные столики, а развитая система освещения состоит из 32 светодиодных плафонов. В целом, Zeekr 009 по праву является вершиной инженерной мысли китайской автомобильной индустрии. Как вам новинка, друзья? Как думаете, сколько она стоит? Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Это будет стимулом для нашей дальнейшей работы. С вами был канал ProWatt. Всем пока!